Сегодня мы пришли в лесопарк, но не для того, чтобы прогуляться или полюбоваться природой. Здесь, в Центре общественного здоровья, можно провести исследование своего организма. Здравствуйте. Здравствуйте. А какие исследования можно провести вот здесь? Мы проводим измерение артериального давления, пульсоксиметрию, и с помощью жироанализатора мы смотрим процент содержания жировых тканей. Прямо за столом нам предложили пройти пульсоксиметрию. Через секунду результат: кислорода в крови 99%. Цитирую известного телеврача, это норма. Следом измеряют давление, а показатели записывают в специальную карточку. С ней можно пройти остальные исследования прямо в лесопарке. В результате проведенных исследований все ваши показатели в пределах нормы. Спасибо. Ну, посмотрим, какие еще тесты здесь можно пройти. С заполненной карточкой здоровья двигаемся дальше. Рядом спирометр, которым можно измерить объем своих легких. И чудо техники – кардиовизор. По сути, тот же аппарат ЭКГ, только портативный. С помощью прибора можно пройти обследование сердечно-сосудистой системы. Эти аппараты появились тут в рамках акции «Неделя здорового сердца». Она проводится Министерством здравоохранения региона и Медицинским университетом. Цель нашей акции – это раннее выявление факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, как основных, скажем так, в удельном весе, которые преобладают вот в неинфекционных заболеваниях. В 2019 году на такой площадке у посетителя выявили серьезные проблемы с сердцем. Его проконсультировал врач и отправил на лечение в больницу. Специалисты центра вспоминают, что после выписки человек приходил и благодарил всех. В этом году серьезных нарушений здоровья выявлено не было. О следующем дне проведения акции можно будет узнать в социальных сетях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».